БелЖД восстановила онлайн-продажу билетов. Покупка и возврат электронных документов доступны в полном объеме. Приобрести квитки можно на официальном сайте, а также через мобильное приложение «БЧ Мой поезд». В Беларуси открылся сезон охоты на пернатую дичь. Он продлится до 8 мая. Инспекция охраны животного и растительного мира обращает внимание. Стоит помнить о видах гусей и уток, которые включены в Красную книгу. Нарушителям грозит уголовная ответственность. Белорусские спортсмены заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России, который проходил в Уфе. Обладателем золотой медали стал победитель спринта Антон Смольский. Серебро у Дмитрия Лазовского. Тройку призеров дополнил Никита Лобастов. В Минске построят еще одну ветку метро. Она соединит 17 станций. Это позволит окончательно решить вопрос разгрузки пересадочного узла. Маршрут будет дублировать второе автотранспортное городское кольцо. Таким образом, все три линии подземки пересекутся с запланированной четвертой. Новое издание основного документа Беларуси поступило в продажу. Его можно приобрести в торговых точках «Могилев Союзпечати». Сама же обновленная Конституция вступит в силу 15 марта.